Всем привет, с вами, как всегда, я, Джеймс Мор, и сегодня мы поиграем в киберпанк на телефоне. Но перед тем, как проходить киберпанк на телефоне, я порекомендую вам свою группу WhatsApp, в котором очень много всякой информации. Я сюда выкладываю инфу про то, когда будут выходить новые видео, еще иногда тут проходят всякие опросы. В общем-то, ссылка на группу в описании. В общем-то, ну конечно, это как бы не совсем киберпанк. В названии этого видео есть название игры, ну в общем-то. Игра вот так вот уже начинается, уже такая катсцена. Тут типа такая, показывают город, сюжетик уже. Ладно, давайте пропустим. Пропустим вот это вот все и начнем уже прям. Ага. Тут есть кастомизейшн. Кастомизейшн. Давайте просто случайный выбор. Ну, я думаю, это чел просто на 10 из 10. Чисто идеальный челик. Давайте даже вот так вот. Ууу, вообще имбовый чел. Только цвет бороды какой-то немного странноватый. А, это цвет одежды. Ну ладно, вот-вот. Пусть будет такой чел. И... вот, вот цвет бороды. И пусть будет он. Ну, короче, с вот такими, нет. С вот такими волосами пусть будет чел. И что еще будет? Ну, пусть будет вот эта фигня. И ник себе выберем, давайте. Давайте сейчас напишем. Ага. Так, давай. Джеймс. Мор. Так, все, написали, окей, готово, давай нам уже, кидай в прохождение, кидай нас уже в прохождение, во-во-во-во-во, уже обучалка пошла, и небольшие, хотя вроде бы как игра идет стабильно, вроде бы как, пока что все норм, так, ну давайте заценим, вроде как игра норм. У нас вот такой вот мир киберпанка. У нас тут сразу квест появляется. Так. Ага. Так, я ищу какого-то обобуса. Давайте пойдем. Ага, нам нужно идти туда. Короче, пон. Все пон. Идем куда надо. Идем чисто. О, понял, обобусов. Все. Дошло. Да, шо? Так, поговорить с каким-то архангелом. Окей. О, это что, какой-то чел? Это реально вот тут как типа ник был видно. Это что тут типа мультиплеер? Ну, это типа круто. Так, давайте. Заберем у него квест. Ага. Давай дальше. Во-во-во. Так, что теперь? Ну да, теперь у нас пойдут квесты, типа, пойди туда, принеси это. Ну, типа, ну, как всегда, по фактам. По фактам, чисто как всегда. О, машина сейчас будем. Сейчас поедем, челы. Сейчас гонять будем. Оба! А здесь уже такое управление, прикольно. Здесь уже вот так вот, не с видом сверху, прикольно. Если бы еще вся игра вот так была бы. Был бы вообще топ. О, блин. Чуть не врезался. Вот это обобусно получилось. Вот это получилось у меня как-то обобусно. Ну, короче, мы пока едем куда-то. Ага, окей. Оба, приехали к обобусам. Ага, сюжетик. А, чертов имплант, голова раскалывается. А это какая-то дыра, навигатор говорит, что это сверное. Офис должен быть где-то рядом, нужно найти вход. Окей. Ну давайте поищем этот вход. Ага. Оба, это какой-то обоба, и что ты тут делаешь? Я ищу офис
Макана Биотех. Ха, хочешь поживиться? Поздно, мы уже все вынесли отсюда. Ага, ну все, давайте выберем что-нибудь. Пусть будет. Ну, вот этот вариант. Теперь ты меня бесишь, ты ошибаешься, кто-то сейчас пострадает. Эй, Боба, ты чё, офигел? Короче, валим от Абоба. А, ну все, мы его вынесли. Чё-то этот Абоба оказался какой-то слишком хилый. Еще один Абоба. На, по башке. А с него лут не падает? Не, не падает, окей. Окей, из Абобусов лут не падает. Ага, чё у нас тут пока что все норм? Ага, вот еще один Абоба. А ты еще кто? Почему всех тебя пропустил? Ты про паренька у ворот, кажется, он прилег вздремнуть. Ох, сейчас очень об этом пожалеешь. Абобы! Абобы, вы что, офигели? А, Абобы! Всем офигевшись, еще лут падает. Оба! Взял, возьмем. Что это, кстати, было? Ну что? А, не то, не то, это квесты. Где тут инвентарь? Вот инвентарь. Что у меня есть? Это что такое? Покажите что-то. А, понял, понимаю, одобряю. Бабло это. Оба. Начнем, давайте. Сейчас зайдем туда. Сейчас быстренько зайдем. Оба-на. Хоба. Зашли в офис, заспидранили чисто киберпанка на телефоне. Ага, чё у нас есть, давайте открываем. Оба, Боба, на по башке, Боба, на, Боба, по башке. Во-во-во, мочим, Боб, здорово. Ах ты ж, блин, это опять Боба, это опять Боба. Чё-то эти Бобы совсем офигели вообще. Вообще, это Абобы офигевшие оба. Вот это надо для квеста. Давайте. Ага, опять сюжетка. Невероятно! Это сработало, конечно, сработало. Как иначе? Так, давайте выберем вариант. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну, давайте. Вот этот вариант. Ни то, ни другое. Кей Поксман, директор Макана Биотех, собственной персоной. Застрелился? Нет, Доминютю подключиться к сети. Стоп. Сейчас же 2084. Вот же дерь. Эй, может объяснишь, какого черта я говорю с призраком? Откуда столько эгоизма? И что узнал, что я мертв? Ладно, 5 лет назад тебе в голову установили чип, который тебя спас, верно? Так вот, на этом чипе были также мое бэкап-резервное сохранение. И судя по всему, это бэкап сознания активировалось после смерти настоящего меня. Ага, давай вот это вот. Насчет этого, видишь ли, только благодаря этому чипу ты остаешься жив, а значит ты у меня в долгу. Ты же наемник, угадал, я хочу нанять тебя. Выполнишь работу, я покину твою голову и подкину кредитов. Недалеко находится моя тайная квартира, там должно быть безопасно. Обсудим там детали на месте. Оба, жестко пошло. Вообще, надеюсь, этот видос зайдет, потому что, ну, тут, типа, прохождение жесткое, прям киберпанк на телефоне, прям жесткий киберпанк. Оба, опять вводим. Опять поехали, мы что-то едем. А, реально, кстати, тут чат есть, тут реально чего какие-то пишут. Я играю в киберпанк на телефоне. Это что было? А, ну все, понял. Мы, кажется, приехали. Оба. Понимаю. Ага. Чудесная квартирка. Все богачи живут таких. Или это только ты со странностями?
Эта квартира обеспечит тебя самым важным, а именно отсутствие внимания к ней. То есть мне придется задержаться в городе, ты говорил о работе, что конкретно нужно? Расклад таков. Если верить новостям, то я застрелился после банкротства компании, верно? Здесь есть две небольшие нестыковки. Моя компания никогда не обанкротилась, я бы никогда не застрелился. Эта история дурно пахнет. Кто-то уничтожил мое наследие и убил меня. Я нанимаю, чтобы выяснить себя, кто это был. О, вот это уже прям жестко пошло. Тут прям уже жестко. Ладно, давайте продолжим. Выясни, что произошло. Я хорошо заплачу и заработаю, и покину твою голову. Идет. А если я откажусь? Я внутри твоей головы. Я могу как помочь исследовать твою жизнь невыносимой. Просто выполни работу, и мы разойдемся. Ощущение, будто у меня нет особого выбора. С чего мне начать? Для начала нужно понадобится компьютер. Почини его. Детали, наверное, валяются в шкафу рядом с ним. Так, ну вот это вот уже интересно. О, мне что-то дали. Во-во-во. Ну, задание пока что изичные особо. Давайте залутаем детальки. Тут не взять все вот так. И что, и мы будем... Ну, давайте, ща будем. Ага. Ща, крякнем, плюнем и надежно склеим синей изолентой. Хлобысь! Изи катка чисто. Неплохо, с такими ремонтными навыками можно оставить жизнь наемника и устроиться сисадмином. Жаль, что ты всего лишь проекция, я не могу треснуть по твоей насмешливой роже. Я, мне очень повезло, что я умер. Слушай, ты не из этого города, и без ID не достанешь ничего легально. К счастью, в темных уголках сети живут те, кто может обеспечить тебя необходимым. Свяжись с помощью компьютера с тенью, это группа хакеров даст тебе доступ к черному рынку. Если выполнишь для них работенку, уверен, не останутся в долгу. Во-во, ну давайте, что-то... Так, давай эти... Секретный чат, Сень, связаться. Ух. Давайте. Ага. Давайте чисто скипаем вот это вот все. Вот это вот все. Кому интересно, можете поставить на паузу и прочитать. Вот эти вот все диалоги. Так, все назад. Хоба, что мы можем тут купить? Только вот эту вот штуку. Давайте покупаем. Оба. Оба. Киберпанк. Жалко, что только RTX нету. Так, че еще? Опять чат. Связаться. Во-во-во. Ну, давайте пропустим вот это вот все. Кому вот интересно, можете это прочитать. Все закрыть. Все. Теперь у меня аж целых 102 хп. Че дальше идем? Че-то с тачкой. А, за руль. Окей. Во-во-во-во-во. На. Это что, типа, другая локация? Давайте переместимся туда. Так. Хоба. Мы уже приехали. Вообще круто. Так, ну, типа, прикольно. Вот так вот бегать по миру киберпанка в телефоне. Так. Типа так. Ну, а для того, чтобы не пропускать новые видео, не забывай подписываться на канал James More. Также не забудь поставь колокольчик для того, чтобы приходили уведомления насчет новых видео. Ну, а так, и с вами был я, James More. Всем удачи, всем пока!